Стадион Олд Траффорд в славном пригороде Манчестера ожидает футбольной битвы, как и мы, мой коллега в Манчестер Юнайтед. Данная расстановка требует высокой координации действий игроков. Да, вместе атакуют, но и, разумеется, вместе обороняются. Состав гостевой команды. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Стадион Олд Траффорд в славном пригороде Манчестера ожидает футбольной битвы, как и мы, мой коллега в Манчестер Юнайтед. Данная расстановка требует высокой координации действий игроков. Да, вместе атакуют, но и, разумеется, вместе обороняются. Состав гостевой команды. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Стадион Олд Траффорд в славном пригороде Манчестера ожидает футбольной битвы, как и мы, мой коллега в Манчестер Юнайтед. Данная расстановка требует высокой координации действий игроков. Да, вместе атакуют, но и, разумеется, вместе обороняются. Состав гостевой команды. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Стадион Олд Траффорд в славном пригороде Манчестера ожидает футбольной битвы, как и мы, мой коллега в Манчестер Юнайтед. Данная расстановка требует высокой координации действий игроков. Да, вместе атакуют, но и, разумеется, вместе обороняются. Состав гостевой команды. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Олд Траффорд является одной из работ знаменитого футбольного архитектора Арчи Литча. Он стал автором или соавтором проектов большинства британских стадионов. Всего на его счету более 40 футбольных сооружений. Да, Арчи Литч построил многие арены, чьи названия мы знаем с детства. Олд Траффорд, Стэмфорд Бридж, Хайбери, Уайт Харт Лейн, Энфилд, Гудисон Парк, Вилла Парк и еще три десятка известных стадионов. На проектирование стадионов Литч потратил больше 40 лет своей жизни. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Как вариант продолжения напрашивается навес. Дейл Стивенс. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Ну что это за пас? Просто подарили мяч сопернику. Дейл Стивенс. Шейн Даффи. Льюис Данн. Дави Прёпер. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Потерял он мяч, но кому он...